Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня мы ответим на ваш вопрос, как выбрать наполнитель для кошачьего лотка. Итак, на сегодняшний день существует огромный выбор в магазинах. Они бывают совершенно разные по ценам, производителям, по разным по химическим составам. И самым популярным из них остается древесный наполнитель. Из чего состоит древесный наполнитель? Это спрессованные опилки в гранулы. Гранулы бывают крупные и мелкие. Крупные подходят для взрослых кошек, ну а мелкие для небольших пород и для котят. При попадании в них влаги гранулы размокают, тем самым впитывают влагу и запахи. На сегодняшний день он является одним из самых экологичных материалов и гипоаллергенов. К недостатку древесного наполнителя можно отнести то, что в упаковку может случайно попасть кусочек дерева, которые являются очень острыми и могут поранить ваше животное. Но если вы будете внимательно относиться к этому вопросу при смене лотка, то запросто сможете обнаружить данные кусочки и вовремя их выкинуть, тем самым предотвратив травму. Следующий вид наполнителя – это наполнители из гранул, которые состоят из бумажных отходов или из отходов различных видов зерновых культур, такие как шелуха, початки кукурузы. Такие наполнители, в общем-то, не отличаются особыми впитывающими свойствами, но и цена у них, конечно, соответствующая. После того, как в них попадает влага, они сразу же разлагаются, и их нужно срочно менять. Следующий вид – это комкующие наполнители. Они являются тоже очень распространенными. Их свойство – это при попадании влаги. Состав из глины образует комок, который очень легко убрать совком. Единственный минус – это не избавление от запаха, поэтому производители очень часто добавляют различные ароматизаторы, которые приходятся по нраву далеко не каждой кошке. Следующий вид – это силикогелевые наполнители, которые превосходят по качеству все вышеперечисленные виды наполнителей. Мало того, что они кристально белые, они не образуют комочков, но в тот же момент они очень хорошо впитывают и удерживают запахи. Кроме того, данный вид наполнителей, как правило, не использует различных отдушек, что приходится по нраву почти каждой кошке. Если вы приверженец экологичности или ваш кот страдает аллергией, отдайте предпочтение натуральным наполнителям, такие как зерновые или древесные. Если в вашем доме живет несколько кошек, то лучшим средством будут силикогелевые наполнители, потому что они, как никакие другие, хорошо впитывают запахи и влагу. Если у вас длинношерстное животное, то отдайте предпочтение наполнителям с крупными гранулами, потому что мелкий песок животное может разнести по всему дому, а тем самым в квартире будет стоять не очень приятный запах. Ну и конечно, о своем выборе кошка может рассказать самостоятельно. Если ее что-то не устроило, об этом будет свидетельствовать неприятная лужа где-нибудь в коридоре. Итак, это все, что мы вам хотели рассказать о наполнителях для кошачьего лотка. Если у вас есть какие-то вопросы, то вы их можете писать в комментарии. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Это был канал BioVet.